Так, ребята, всем привет. Наше путешествие продолжается. Я смотрю, сейчас, кстати, эхо такое сильное, меня слышно прям хорошо. Мы находимся возле, прям в подножье, возле старого, самого древнего храма Неймигена. Мне очень нравится вот эта вот площадь, посмотрите. Прям рядом с ней. Рядом, с церковью, с храмом. Шикарный денек, сегодня 17 ноября 2017. Я хочу вас прокатить по самой старой части города. Я нашел это местечко пару дней назад и подумал, почему же мы здесь никогда не ездили, ведь здесь так круто. Вот сейчас мы с вами развернемся и поедем по самым интересным местам и будем смотреть, что здесь есть и как здесь красиво. Так, смотрите, ступеньки. Ну, со ступеньки мы что делаем? Аккуратненько с них спускаемся. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А вот смотрите, какие здания здесь. Вот это вообще исторические. Классные здания. Вот это вот каменная брусчатка. Здесь очень красиво. Я никогда с этой стороны не замечал, что здесь так классно ведь, а? То есть в обратную сторону я заезжал, а сюда я не смотрел. Посмотрите, very beautiful place. Это очень прекрасное место. Вот выход в город, на центральную площадь. Но мы как, знаете, как с вами сделаем сейчас? Мы выйдем, посмотрим, что здесь. Вот центральная историческая площадь. И вернемся назад. И знаете, куда поедем? Вот на правую сторону. Вот сюда мы направо сейчас. Раз. И завернем в эти маленькие улочки. Они ведь тоже такие классные. Они еще более исторические, чем... Бывает, что другие здания. То есть здесь низкие этажи, кухни старые, там кафе какие-то. Люди здесь отдыхают вечером, бары закрыты. Вот посмотрите, как здесь безумно красиво. Крыша вот эта. Вот здесь реальная старина. Вот я нахожусь прямо вот в этом месте. Сейчас я камеру на себя переведу. Вы посмотрите, как здесь круто. Со всех сторон. Я обалдею, если честно. Сейчас мы развернемся. Вот сюда еще на правую сторону. А слева от меня так и есть стены вот этого древнего-древнего храма. Мы вот сюда, вот еще маленькая улочка. Представляете, красиво. Так, вот эти фонарики. Ну, это вообще шикарное местечко, а? Просто шикарное место. Вот это, здесь истинная старая старина. Такие зеленые совком стены. Вообще красивее места я, наверное, исторического не встречал здесь. Люди ходят, туристы всякие. Но там уже дальше, начиная с детский садик, уже более современные дома. А мы с вами прокатим все-таки здесь. Как мне здесь нравится. Я вот от этого места вообще тащусь. Вот эти вот улочки, люди. Это просто вот настоящая Европа. Можно снимать исторические фильмы, например, там... Про Гардемаринов, кого-нибудь еще. Это самые шикарные, шикарные места. Вот еще. Так, ребят, с этим местом пока что все. А потом мы запишем еще видео. Я сейчас просто буду сползать со ступенек. Не так интересно. Все, ребят, всем пока. Удачи. Оп, стоп.